Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня будем делать паука на головля. Также клюет на него щука. Так, крючок номер 6. Вот такой у меня размер его, если мне не изменяет память, 26 миллиметров. Взял я, начнем с ножек. Ножки я делаю опять же из щетки. Вот такая у меня желтая, но я их покрасил маркером в черный цвет. Вот закрепили одну ножку черной ниткой, наматываем здесь. Покажу, как делается, потом перемотаем. Ой, потому что долго делаются ножки. Остановлю, когда сделаю все ножки. Включусь опять. Наматываем сюда нить. Делается нелегко, но того требует. Оставляем. Вот у меня покупал, не знаю, пояс для танцев, по-моему, такой. Все для шитья. Беру, ну сколько, не знаю, давайте, 3 бородочки оторвем. Такая она волосатая. Крепим сюда. И ниткой уходим назад. Вот, ушли сюда и начинаем потихонечку обматывать. Камера далеко, потому что тиски ворочаю туда-сюда, так что суть, я думаю, вы поймете. Ну вот так. Обмотали, зафиксировали, лишнее убрали. Ну вот так вот у нас получается. Ножки это тоже тут подрежем. И так еще делаем. Это получается, если одна цельная, нам еще 2-3 штуки. Раз, два, три. Всего 4 этих. Сейчас сделаю, включусь. Ну,
Вот так вот потихоньку делаем. Нелегко, но этого требует. Эти можно вот назад пока подогнул, чтобы они не мешали. И дальше продолжаем. Так, продолжаем. Нелегкая это у нас работа с вами. Жучков, паучков делать. А кто-то еще и критикует. Отрезали. Так, поворачиваю. Ну вот я уже три сделал. Сейчас еще одну. Наматывать тоже сложновато, но теперь вообще ноги эти путаются. Вот ногу закончил, я тут вокруг этого, чтобы крючок виден не был, тоже был это, и ухожу вперед, и тут я фиксирую. Вот видите, чтобы тут тоже пушистое было. И вот так я потихонечку наматываю. У нас погода, хрен поймешь. Сегодня снег, плюс 5, снег пошел. Скоро поедем, надеюсь, на закрытие сезона. Ребят, не забывайте подписываться на канал. Лучшая благодарность от вас – это подписка. Ставьте комментарии, оставляйте. Ставьте лайки, дизлайки, кому не нравится. Ну, блин. Вот чисто интересно, дизлайки кто ставит.
Напишите хоть, почему. Вот уж очень интересно. Или покажите, может, что вы лучшее делаете. Если не боитесь, конечно, написать, почему здесь дизлайк. Сейчас доделаю и включусь опять. Ну вот, я 4 лапы, 8, можно сказать, лап закончу. У меня леска есть, она, по-моему, бельевая. Короче, диаметр ее получается 1,5 миллиметра. Толстая леска. Я ее вот покрасил лаком. Сейчас подсохнет. Это глазки будем делать. Ну, а полил леску, как помните, заплавил. Получилась вот такая. Сейчас подсохнет. Вернусь обратно к вам. Не переключаемся. Ну, из пенки. Из, как, ну, не из пенки, из пробки, из-под шампанского, из-под вина. О. Вырезал вот такую вот попку, проделал в нее леску. Здесь сделал отверстие, чтобы вот так вот насадить чуть-чуть на крючок. Леска вот так вот должна проходить. Это верх. Теперь беру вот таким лаком, флюоресцентным красным, и закрашиваю попку, красю нашего паука. Сейчас закрашу, высохнет, потом включусь опять. А, да, глазки я приделал глазки уже. Красная. Ну и так, вот подсохло у меня, залил я еще уфе клеем, лаком. Берем, теперь одеваем сюда. Продеть нам надо сейчас. Вот так продели. Ну и смотрим еще чуть-чуть. Ну, приблизительно вот так. Теперь берем вот это вот, обрезаем. Потом зальем уфе-лаком. Ну, теперь нам надо сюда капнуть, пока для соединения суперклея, для склейки, а потом все это прольем уфе-лаком, чтобы наша попка в дальнейшем никуда не делась. Вот она держится. Переворачиваем. Убираем лапки сюда. И заливаем уфе клеем. Фиксируем. Также сейчас сразу пройдемся низу тут
чуть-чуть везде, чтобы у нас нитка никуда не делась. Уфе-лаком. Все, зафиксировали. Ну, сразу можно и глазки тут зафиксировать. Готово. Теперь я беру черную пенку. Так, такой срач у меня здесь все. Ну и отрезаю полосочку. Такой где-то ширины. Берем черную нить. Фиксируем здесь для лучшей плавучести. Ну и пошли потихоньку. Так. И возвращаемся. Давайте тут сначала одну проведем. Вот так. Клапки аккуратно. Берем их еще в сторонку. Теперь эти сюда. И тут лапка попадается. Лишнее отрезаем. И тут же фиксирую. Зафиксировали. Ну и тут, как обычно, добавляем уфе-лака.
Да, хватит. Так. Подкрасим нашу голову. Ну и теперь осталось только выгнуть нам, как полагается, лапки. Так, там где-то так. Ну, вот такой у нас паучок получился. Шикарный. Тут мы сейчас еще, где обматывали УФ-клеем, прольем, чтобы точно уже никуда не делось. Думаю, любая щука оценит. Ну, и сделаем так чуть-чуть наши глазки побольше. Один. Наплавучесть гарантирую, не буду вам снимать, гарантирую, что она не потонет. А, кстати, вот эти места тоже, где наша лесочка, тоже добавляем УФ клея и фиксируем. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, любая благодарность за вас, это подписка, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч, всем ни хвоста, ни чешуи.